Сегодня завершился отбор на акселерационную программу Pulsar Venture Capital в 2018 году. В этом году это было три отраслевых трека – блокчейн, media, entertainment, спорт, технологии и индустриальный. Основной ценностью нашей программы акселерации является возможность создания технологических лидеров из российских стартапов, чем мы и занимаемся. Непосредственно к дню питчей с командами такой был трехдневный буткемп, где мы, в общем-то, с каждой командой индивидуально прорабатывали их ошибки презентации, дорабатывали их, поэтому сюда они уж такие пришли, вот на это, как на парад, да, и выступили, наверное, во всей своей красе. Из 524 стартапов, которые заявились в нашу программу, были представлены 25 стран. Это были страны дальнего и ближнего зарубежья, и нам очень ценно то, что финал отбора прошли многие из них. So it's not about money, it's about creating something, building a vision, following your vision. And that's part of our model. We bring people together, we collaborate on something. Everybody is bringing their expertise, doing something that they love. Мы сейчас начали уже первые продажи пилотные в Санкт-Петербурге и в Москве. Сейчас готовимся к серийному производству и дальше распространяем на рынок России, также на европейский рынок. Сейчас открыт доп-офис уже в Финляндии. Нам важно получить именно этот опыт. Нам надо, чтобы какой-то был там старший партнер условный, да, который поможет, расскажет, куда-то направит. Мне очень понравилось то, что с нами, значит, прикрепили, так скажем, руководителя от венчурного фонда. Он, по сути, был представителем нашей компании. Нам это очень понравилось, это сильно помогло. Подводя итоги отбора на акселерационную программу, можно сказать о том, что были отобраны достаточно подготовленные компании, которые имеют высокий потенциал выхода на глобальный рынок, степень готовности для пилотных внедрений, для привлечения дополнительных инвестиций. И в ближайшие 6 месяцев мы будем плотно работать с этими компаниями, как в России, так и на международном рынке. Их ждет очень-очень-очень много работы. Я могу сказать, что их ждет вкладывание в души, тела и 24 часов и 7 суток во всю эту историю. Они познакомятся с профессионалами из индустрии профильными. Они пройдут обучение какое-то или помощь в понимании своего рынка, помощь в понимании того, как продавать, что продавать, где продавать. Вы знаете то, что в этом году мы организовали партнерство с инвестиционными и технологическими корпорациями из Азии, из Европы, которые из России, конечно же, которые будут помогать компаниям развиваться, активно, проактивно развиваться. Мы надеемся, что с каждым из стартапов, который сегодня попал на отбор в нашу программу акселерации, мы продолжим дальнейшее сотрудничество, дальнейшее партнерство, которое, возможно, перерастет в инвестиционные сделки в дальнейшем, ну или какую-то коллаборацию в настоящий момент. Спасибо всем, особенно спасибо стартапам, которые участвуют в наших программах.